Яркая домашняя игра, по которой так соскучились болельщики из Самары, снова не увенчалась успехом. В 8-м туре российской футбольной премьер-лиги «Крылья Советов» принимали на своем поле столичный ЦСКА. В первом тайме волжане оказывали достойное сопротивление титулованному клубу. Подопечные Игоря Осенькина стремились атаковать и распечатать ворота Игоря Кенфеева до перерыва, но хозяевам не хватало последнего паса. После серьезного разговора в раздевалке с Владимиром Федотовым красно-синие подавили настрой хозяев поля. Во втором отрезке встречи на Самара-арене господствовала только одна команда. Футболисты ЦСКА находили бреши в обороне крыльев, но забить смогли только под занавес поединка. На 79-й минуте Медина навесил с углового в центр штрафной, где самым расторопным оказался защитник Игорь Дивеев. Высокорослый центр деф отправил мяч головой в левый угол ворот Ломаева. Голкипер самарской команды был бессилен. В оставшееся время волжанам не хватило сил, чтобы организовать финальный штурм. Как итог, домашнее поражение крыльев со счетом 0-1 и 10-е место в турнирной таблице после 8 матчей. Игорь Осенькин похвалил своих футболистов за работу в первом тайме, ведь самарцы действительно смотрелись очень целостно, не позволяя ЦСКА доминировать на поле. По его словам, во втором отрезке встречи команда играла уже на удержание счета. И в такой манере, когда надо просто контролировать игру, терпеть, ну, не хватило у нас определенного мастерства, сил, всего вместе. Владимир Федотов отметил, что после перерыва ЦСКА удалось изменить игру. Были компактны и в атаке, и в обороне, и уже не позволили использовать сильные качества этой молодой команды, игра на пространстве. Новичок «Крыльев Советов» Георгий Зотов пожаловался, что команда провела слишком много игр за неделю. Это стало одним из ключевых факторов поражения. Мы очень сильно опустились низко, и ЦСКА придавило, к сожалению, привело к забитому голу со стандарта. В следующем туре РФПЛ «Крыльям Советов» предстоит командировка в Московскую область. Там подопечные Игоря Осенькина встретятся с «Химками». Матч пройдет в субботу, 10 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00. Анатолий Головко, Константин Головин. События.